Понятно? Владислав, мы скорбим по тебе, ты был нашим другом. Thank you.
Бывает редко, раньше было, сейчас уже. В общем-то, охоту тоже отбили, потому что ребята уже подготовлены нормально. Вот это нарыли уже специально. Да, это нет, вот, ну тут у горта вот этот. Они говорят, дальше пройдите, там артиллерийские установки стояли, руки подали. У нас дома есть, да, не все, я не знаю, если кто-то есть. И просто спокойно, а мы... Я всегда сказал, спокойно. Я тоже. Thank you.
телефон с четверкой. Джахар, Джахар, Джахар. Тоже поедет Джахар, да все Джахар. А Масхадов-то что? Он лучше, чем Джахар. Один прототип Джахара. Из всех, кого я знаю, знаю только одного же. Он обижается. На фоне президентского дворца.
Все, поехали. Мешок заложенный кирпичом, бойница оставлена. Вот оттуда и стреляли. Смотри, Маша, это то, что ты подобрала, это не сами. Пошли туда, там говорят, сперва еще курит. Смотри, противогаз. Вот она. Вот видишь, РПГшка. Вот отсюда и мочили. Со стороны перона красный. Ну вот они туда и взглянули. Вот как раз отсюда. Вот откуда? Да, вот откуда. Вот откуда. Да, вот они знакомятся при садине. Буквально расстояние. Да, в упор практически. БМПшка. БМПшка. А? Ну дальше, да.
там того, да, да, там можно вещи. Это можно проводить здесь, до бесконечности. Да, поехали. Да, поедем, что сильно поедете. Пойдем. Сейчас. Медленно опускай. Боря, ты же не допустил.
надо видеть сзади. Что ли, не вижу ее, когда приезжали. Вы уже снимали тут? Да. Тут было. Новосибирцы есть! Я его спрашиваю. Привет, родным и близким. Никого нет с Новосибирска, а? Дети в России. Вахнуло. Нет, это я. Сейчас 5 секунд. Иду, иду, сейчас, муж.
приехали сюда воевать. Заставляет нас судьба здесь стрелять и сидеть в окопах день, и сидеть в окопах ночь, и товарищу шептать, что боюсь, но держусь. Пацаны мои друзья, позабыть это нельзя, как летали ярким светом трассера, трассера. Пацаны мои друзья, позабыть это нельзя, как летали ярким светом трассера. Вновь уходят на посты пацаны, и не зная, что их ждет впереди, то ли пуля в лоб летит, то ли птица где кричит, но надеемся на Бога, что спасет и сохранит. Пацаны мои друзья, позабыть это нельзя, как летали ярким светом трассера, трассера. Пацаны мои друзья, позабыть это нельзя, как летали ярким светом трассера. Ах, как хочется вернуться всем домой, позабыть Чечню и взрывы за горой, матерей к груди прижать и тихонько прошептать: мама, я пришел домой, жив-здоров, жив-здоров. Пацаны мои друзья, позабыть это нельзя, как летали ярким светом трассера, трассера. Пацаны мои друзья, позабыть это нельзя, как летали ярким светом трассера. Спасибо за внимание. Пользуясь случаем, хочу передать привет жене, сыну, родным, которые остались в Новосибирске. У нас все нормально, живы, здоровы. Ждите нас, скоро приедем. Все. Приедете, кто захочет, перепишите. А что, это... Конечно, конечно. Это будет, да, это сначала будет это, потом еще и фильм поди. Да, будет про всех.
все. Значит, когда вернетесь, все, приходите, всем перепишем, кому надо будет. И съемки у нас, съемки же всего вот этого хозяйства будут. То есть вы можете все на память переписать. Обращаться к вам просто в НТН позвонить. НТН, что это канал? Просто там вас найдут. Хоть издалека не фото нас. Ну, вы нас увидите. Да? Вы нас увидите. Они нас закормили. Мамы-то плачут не только. Мы когда показывали, приходили же мамы из Львова.
Ну как ваша засада, Женя? А? Как засада? Мы не ездим через засаду, сейчас опять ехали с Горного. Плагин, они пленку засветили, все, правильно, приехали. Выдают себя с ними. Они вчера приходили вечером, попросили, давайте мы хотели бы напарить. Надо, конечно, им снять напарник. Ну вот, пообещали нам, должны прийти видеокамеры в Моздоке. Как сейчас придет, вот первые камеры, нам пообещали, дадут камеры на пол, чтобы вообще обойти все, снять, даже для истории, как даже можно использовать, как учебное пособие даже можно использовать для наших офицеров молодых. Слушайте, посчитают ли, почти 5 офицеров делают. Ну вот, причем целительно. Потом служит перспектива такая, может, молодой лейтенант, 5 лет отучился, ну, все возможности для огромные. А? Так, ты проверил, все, масло, все, вентиляторы врублены, не греется, ничего. Давай. Слушай, Сереж. Но запись им звука будет, я сразу. Ну да, что звук, что такой будет снимать, да. Полковник, лишь состав группы направлен на разыскные мероприятия, прошу приказания для получения приказа построить. Старшая группа майор Кирилл. Оля, слушай боевую задачу. Совершайте поисково-разведывательные мероприятия в районе поселка Николаев. Задача – обнаружить незаконные бандитские формирования, при возможности пленить, при сопротивлении уничтожить. По местам! Thank you.
Техпаспорт, что я выйду? Да, должен. Да пока вроде нормально. Так, кто? Ну так, солдаты так. Проезжают, он приезжает, а так, и посторонние. Вообще не проверяли, что были? Нет, тут же, когда солдаты... Ну, целый полк, оказывается, стоял. Тут посторонних и не было. Тут часть раньше стояла, они не ехали, тут больше никого не было. Да пока что нет. Вроде так это солдаты проезжают, то на батарею, то на... Я включаю. Серега, ну конечно, чё. Кто ты такой, дед? А? Работаю здесь. Откуда ты взялся? Я 13 лет работаю. Документы у тебя? У них пойдем, 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 отец, пойдем. Так, ты тут по принудительной работаешь или сам добровольно? Договор. Договор есть, да? Да. Сколько платят тебе? Уже не, колхоз не работает. Ну тебе здесь платят или нет? Не, никто не платит, ничего не платит. Уехать отсюда хочешь? Да как уедешь? Не, ну тебя заставляют здесь работать или ты сам работаешь? Я работаю сам, а что же мне, 77 лет уже. То есть ты отсюда не поедешь? Ну, да, куда ехать? Ну, отец, дожили. Это, наверное, вот этот домик они завалили. Их просили. Открывает, идет. Ну ты как раз за ней сидит в точке.
Дальше. Ну что, ты открутишь два болта? Как открутишь? На скольке? На, держи. Чай налил? Фрешку тут чай налил? Через терек наш район ответственности боевых незаконных формирований, оказать помощь правоохранительным органам поддержания охраны общественного порядка. Третья задача – досмотр транспорта, недопущение провоза, ввоза оружия и вывоза боевиков, принимающих участие в боевых действиях Аргона и Гудермеса. Особое внимание обращаю вас при подготовке к службе. Это наличные меры безопасности, недопущение незаконного применения оружия против мирного населения. Вопросы дальше, сэр. Вопрос. Прошу поставить задачи по своим службам, направлениям. Вам подготовить транспорт, обеспечить бой запасом, вам провести работу по подготовке идеологического личного состава, довести дудаевские требования к боевикам не сдаваться, мстить нашим военнослужащим в любом моменте, при любой возможности. Вам обеспечить связь, вам оформить документально, донести в Моздок в войсковую оперативную группу. Понятно. Все, благодарю за внимание, товарищ офицер. Приступить к работе. Здесь офицер. Thank you.
Надо будет как-то сделать так, чтобы если не перезвонится, всегда будет. Оберегаться 55 минут уже. Забрал бы я его домой, конечно. Мне выгодно в Новосибирске. Так что, не можете подарить? Да почему? Нет, можем. Разве доедет маленький? Не доедет. Почему не доедет? Я с душам бы это возил. Вы колбаски возьмите, кусочек дадите попить, и все, в коробочку от торта. Да? Я это возил в самолете. Главное, только схитрите, если вы на гражданском будете. Гражданском. Что его это самое, он не больной или в карман спрячете? В карман, нет. Нет, за это самое, когда проходить будете. Ну, а не... то они скажут, и там... Для Кинополиса были. Ну, железо, главное, не несет же. Нет, нет. Чеченко, езжай домой совсем. Боится, да? Ну так какой агрессивный держит, понимаешь? Значит, агрессивный он когда кусается. Он так не сильно. Это молодой еще. Пока он пассировал палец мне. Ну, не зубки маленькие. Сало, колбаску не наяривай, дай бог. Да? У меня быка. И под холодильник обычно прячется, где тепло не спит. Наесться дня 4 минуты. Все, спрятался. Потом, как только захочет, кушать, раз и начинает шуршать. Ну, ночью тоже дома жил. Бегает, как слон. Ага, он так вот, если на линоле, он... Ну, спит себе это ночью. У нас коробочек нет? Да, не хватает. Короче, дырочку сделайте, чтобы кто хоть такой-то так? Мужик, не понял. Да я его не обращал внимания. Ось. А иголки не острые, да? Можно даже пару, там еще есть такая же девочка. Да? И большой есть тоже, видишь. Тогда их норы, да? На позициях стоят ежи противотанковые. А они, по-моему, это самое. Давайте на солнышко все-таки. А, на солнышко будет. Максим, ты чего у нас еще есть хороший Максим. Все покрутили. С этой стороны глухарь. Тетерев. Что
солнце на ногу, да? Thank you.
Еще есть.
Горячий привет вам из далекой республики Чечня. Здравствуйте, дорогие новосибирцы. Большой горячий привет вам из далекой республики Чечня. Сейчас мы исполним вам песню, которую
поется про наш сибирский полк. Ее сочинили наши офицеры капитан Семенов и майор Кирсанов. Надоело здесь все, надоели пески и туманы, и в холодной постели одиноко завоешь, как волк. Но короткий приказ, и уходит, уходит в барханы, в поисковую группу сибирский наш полк. Но короткий приказ, и уходит, уходит в барханы, в поисковую группу сибирский наш полк. Бросив пыль у колес повидавшего все БТРа, не потухший окурок, расчет в ожидании умолк. И напрягся солдат, протерев пулеметов прицелы, и уходит барханы сибирский наш полк. И напрягся солдат, протерев пулеметов прицелы, и уходит барханы сибирский наш полк. Нас мочило дождем, и пустыня песком засыпала, только каждый мужчина обязан исполнить свой долг. Ты в карманы разгрузки положи от гранаты запалы, и уходит в барханы сибирский наш полк. Ты в карманы разгрузки положи от гранаты запалы, и уходит в барханы сибирский наш полк. Кто-то может подумать, что здесь мы живем на курорте, что сегодня у нас даже грохот разрывов умолк. С чудаком Ковалевым, пожалуйста, даже не спорьте, пригласите приехать в сибирский наш полк. С чудаком Ковалевым, пожалуйста, даже не спорьте, пригласите приехать в сибирский наш полк. Пусть увидит бойцов на позициях ночью не спавших, офицеров небритых, и кому в той войне будет толк. Сколько было уже, сколько будет за что только павших, но уходит в барханы сибирский наш полк. Сколько было уже, сколько будет за что только павших, но уходит в барханы сибирский наш полк. Надоело здесь все, надоели пески и туманы, и в холодной постели одиноко завоешь, как волк. Но короткий приказ, и уходит, уходит в барханы, в поисковую группу сибирский наш полк. Но короткий приказ, и уходит, уходит в барханы, в поисковую группу сибирский наш полк. Косынки надевайте все. Сейчас мы поедем.
Пойдем наверх. Командир, ты не указание. Дура, смотри, оттуда! Чудо, кричи, я их вижу, я их вижу! Вижу, вижу! Пару очередей для фильма, говорю, родей, пару очередей. Сейчас. Разложи гранаты. Ну, сними, Серега, попало, чтобы вернуть. Так, оружие, Сейчас днем, что есть? Днем, зеленый, зеленый видно будет. Да, да.